Маша там, наверное, обрыв. Но она сильно опасна, мы не пойдем. Только посмотрим. А пока она не с коляской тут опасна. Хочешь со мной? Доча? Я сама. Только иди к этому краю ближе, окей? Будь здоров. Рома, ни в коем случае не толкни никого. Маша, а потом обратно наверх мы сможем подняться? Рома, нет, это слишком близко к краю. Рома. Нет, мы обратно должны к папе пойти. Пожалуйста, медленно идем и друг другу не мешаем. Смотри, какая вода красивого цвета. Рома, к этому краю, не к этому краю, вот к этому краю ближе, иди, пожалуйста. Ага. Такое как приключение, да? А там люди идут осторожно. Все, дальше не пойдем. Там потому что больше корней, больше всего вверх и вниз. Остановимся на этом месте. Теперь, мама, это как база. Надо взять свою ногу. Не надо, Ром, большой. Папа идет с коляской. Нет. Надо, нельзя тут с коляской.